В Караганском районе в этом году намечено создание около 2500 рабочих мест, 2000 постоянных и около 450 временных. За три первых месяца года план выполнен почти на 19%, то есть создано более 450 рабочих мест, из которых 387 постоянных. Это около 19% от запланированных постоянных 2000 мест. На временных позициях заняты 70 человек, на общественных работах 48 сотрудников. Помимо этого, социальные рабочие места получили 11 и еще 11 находятся на молодежной практике. Около 80 соискателей трудоустроены через районные центры занятости населения. Сейчас здесь представлено 293 вакансии. На учете по безработице состоят более 500 человек, из них на временных работах находится 111 жителей.